Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontCam. На Opel Zafira Life установили главное устройство на базе Android от компании CanBox и заменили оригинальную камеру заднего вида. Модель H-Line с диагональю экрана 9,5 дюймов с разрешением экрана 2К. Стоит штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все стоит без щелей, без зазоров, по проводке подключается разъем в разъем. Представляется оригинальный воздуховод, все работает, все регулируется. Адаптировали со всеми штатными функциями автомобиля. При переключении света автоматически меняется дневной и ночной режим. Регулируется яркость. Также яркость можно регулировать вручную. При желании можно выключить экран. Магнитол на фоне будет работать, но экран будет выключен. Также адаптировали с кнопками на руле. Можно регулировать громкость, выключать звук, переключать треки. И отвечать на звонки. Оригинальный USB подключили. Также вывели дополнительный верхний бардачок. Куда вы сможете подключить флешки с музыкой, с видео. И также вывели слот для сим-карты для подключения к интернету. Также подключиться к интернету вы сможете, раздав его со своего мобильного устройства. Оригинальная камера заднего вида не устраивала по качеству владельца, поэтому мы ее заменили на нашу с высоким разрешением. Установили все в штатное место. Выглядит все достаточно аккуратно. Включается также при включении задней передачи. Как вы видите, здесь высокое разрешение Full HD, широкий угол обзора 170 градусов. Сюда выводится информация по парктроникам, показывается спереди, сзади. Линии разметки динамические. Их можно настраивать. Все штатные настройки по автомобилю выводятся в пункте меню «Автомобиль». Здесь выводится вся информация. Также в магнитоле вы получаете все преимущества Android-системы. Можно скачивать любое приложение из Play Market. Самое популярное здесь уже предустановлено. YouTube, Google Chrome, интернет-радио, CarLink, беспроводное подключение Android Auto, либо CarPlay, кинопоиск, интернет-телевидение, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор. Есть возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки, либо для громкой связи. Для громкой связи мы отдельно вывели выносной микрофон, чтобы звук был качественный. Есть эквалайзер. Вы сможете подстроить звук под свои предпочтения. Есть функция разделения экрана. Можно одновременно запускать два приложения. Например, YouTube и Яндекс.Навигатор. Видео работает в движении без каких-либо ограничений. И также голосовой помощник Алиса в Яндекс.Навигаторе работает. Все максимально быстро, плавно. Обращайтесь в нашу компанию. У нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих дооснащений для вашего автомобиля. Наши менеджеры обо всем расскажут и подберут лучший вариант. Также есть установочные центры в Москве и в Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам с постоплатой. Вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. Всем удачи!